Есть варианты, куда сделать пас. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Ну-ка, да. Получает он эту передачу, может быть опасно. Удар нужен! Ну, ничего себе, забивают они. Бывает такое в футболе, всего один момент им понадобился, чтобы сравнять счет в этом матче. Что тут сказать? Расслабилась команда, по-моему. Оборона просела, атака успокоилась. И вот закономерный результат. И это уже, наверное, миллионное подтверждение.